Рада! Ура! Я приехал! Поставлю портфельчик. Ох, наконец-то мы дома. Как я устала. Знакомый запах. Мы на месте. Разрази меня гром. Мне одной было так душно. Уля дело говорит. Выходите уже поскорее. Монстряшки! Так, вроде бы все на месте. Ну и как я не заметила эту пустоту? Так, стоп. А это еще что? Интересно, что же там? Когти чешутся от волнения. Может, это моя новая подруга? Посылочка от Садыка Варамины из Финляндии. Вау! Это же Лагуна! Облом. Ну, привет, Лагуна! Добро пожаловать в мою большую коллекцию. Монстряшки уже из портфеля выйти успели. У нас тут новенькая. Вы пока не знакомьтесь, а я пойду вещи разбирать. Ну что, будем знакомы? Я Клодин. Меня можешь звать Хаурин. Привет, я Лагуна. Ну и откуда ты такая синяя к нам приехала? Я из холодной страны Финляндия, и мне кажется, что мне здесь не рады. Девочки, она странная какая-то. Лагун, не грусти, здесь мы всем рады. Окей, я уловила волну. Там что-то еще. Пойду гляну. Ей, конфетка! Хаурин, иди сюда, а то Бига скоро придет. А вот и я. Открываем посылочку. Ну вы же не против, если я это сделаю, да? Вау! А можно я? Неа, все мое. В посылке лежали клубнички, бесполезная деревяшка, катись колбаской. Кому-нибудь нужна расческа? Да, позже, систер, дай мне. Вот чего мне не хватало на пляже. Не шутка, но и в принципе это было все. А ну да, эту шмотку можно выкинуть. А вот это я заберу себе. Я вижу, вы уже подружились. Ух ты, а это у вас откуда? Неужели Рамина отправила? Хаурин, тебя что ли не учили не залазить в чужие посылки? Упс. Платьюшко для Лагуны. Думаю, пора тебя преобразить. Фух, все сделал. Вроде получилось отлично. Ну, Лагуна, тебя просто не узнать. Да, у вашего хозяина золотые руки. А платье тебе очень идет. Спасибо. Что с твоими руками? Почему они такие черные? Ах, это просто перчатки. Раз у нас пополнение в семье, есть повод выпить за новинку! Ау! Так, последний страхимончик. Прикати? Вперед за мной! Твайла! Как я по тебе соскучилась, подружка! А ты куда путь держишь? Я к бабульке на недельку. Ну ладно, пока. Пойдем, я отведу тебя к Эбби. Эй, Аурин, ты куда так спешишь? Вкуснятина. Ваш счет. Оплатите, пожалуйста. Ну такие цифры, как будто я яка съела. Эбби, я тебе тут нового посетителя привела. Ну и где же она? Здрасте. Вы платить собираетесь? Надеюсь, у тебя найдутся деньжата. Вот вам и на жопу приключения. В стоп-моушене снимались Клодин Вульф, Франкенштейн, Хаурин Вульф и Лагуна Брю. А также Гурия Елпс.